Привет! На этой неделе начался конкурс «Евровидение». И я, Манижа, представляю на этом конкурсе место Little Big'а в Россию. А вот кончится «Евровидение». Все, сразу поеду куда-нибудь отдыхать. А то надоело одни репетиции, съемки. Все надоело, устала уже. Так, куда мне потом съездить? Или... Эритрея, может быть... Люксембург. А может быть... Намибия. В Намибию или... В Канаду. Куда же вы меня отправите, ребята? О. Мы хотели вообще-то Евровидение быть. Вместо нас Манижа будет выступать. Да. Так как нас не пустили. Вместо нас Манижу звали. Да. Мы решили все вместе отправиться в... Эритрею. Отдыхать, ясно? Пусть... А ты отдувайся, Манижа, за нас. Первый балл Эритрея. Кстати, вам другие помогут. Бурановские бабушки. Ой, бабушки. Мы тоже Евровидение были. Да? А кто же в то время коров удоил? Нас коров доила Золушка. А кто свиней кормил? Свиней кормил Белоснежка. А кто кур пас? Русалочка. Русалочка, да? Круто. Пока вы там пели. Ну ясно, ладно. А куда мне потом отправиться? В Намибию. Да. Говорят, там интересная страна. Намибия, первый балл. Да. Антошка. Антошка, пошли копать картошку. Картошка! Азбука сначала! Потом картошка! Ну ладно! Элли! Кто такая Элли? Не знаю. Эль! Леопольд! Да, ребята, давайте же дружно. Нефть! Так... Кузька. Да, ребята. Никакой помощи от тебя, Антошки. Ну, конечно, я же ищу свою большую картошку есть, большую ложку. Мне не до вас сейчас, Манижа. Карабас, Барабас и Буратино. Эй, деревянный мальчик, отмотай мне бороду, пожалуйста. Я мотаю тебе бороду, если ты выучишь азбуку. Ну, карабас-барабас азбуки не учат. Я не отпущу тебя все равно. Ну ладно, давай свою азбуку. Крокодил. Крокодил, дил, плывет. Носороги. Носорог, рок, идет. Эль. Лимпопо. О, Люксембург, первый балл. Электричество. Без электричества ничего не будет. Так что Электрея получает второй балл уже, да. Ну, доволен. Доволен я. Можешь опустить бороду. Трям здравствуйте. Ух ты, ёжик. Что ты там видишь? Пирата! Целый пиратский корабль? Да, ёжик. И что у него там на борту?
На борту, сейчас покажу. Эти работники, пираты. Круто. Даже строили. Который сначала построили корабль, да, который мог бы плыть, потом плыли. В пристани. Да, пираты у вас, да. Ну, пиратские бухте. Отдыхали, отправились в сокровище, но происходило страшно. Утопил корабль этот монстр. И чудо, остались все живы. Да, и все спаслись и оказались на... Вот, на острове. Так, ну, что это у нас за остров? У Люксембург. Первый бал Люксембург. Второй уже. О, второй. Так. Ну, ладно, спасибо за книжку. Волк, выучите, пожалуйста, азбуку. Это не моя азбука. В-буква, не моя азбука это. Ищите другого. Не буду я учить. Ванна. Слышали? Ванна. Так что я буду дальше играть. Ну ладно, ладно. Я только азбуку волка учу. Может, твои родители, дяди Федора? Так, это что у него с хвостом? Ну, письмо сказано, что хвост ему вырастет. Да. А что у него с руками? Бинты у него. Руки отваливаются? Да. По-моему, мы сошли с тобой с ума. Все гриппом болезни вправили. Да, все вместе только гриппом болеют, а с ума по одному сходят. Ладно, давай я азбуку выучу. Наконец-то помогут мне. Экскаватор. Что он там делает? Говорит, ты... Лев. Уже джунгли какие-то. Ножницы. Кастрюля. Да, жена, перестань, так сказать, с ума сходить. Иди на кухню, жрать готовить. А то все пусто тут, все кастрюли пустые. Ах, ну ладно. Надеюсь, с нашим мальчиком ничего плохого не произойдет. Чертенок с пушистым хвостом. Так, воспитание. Возьмите чертенка и отправляйтесь в путешествие вокруг света. О, ну давай. Куда мы поплывем? Что мы увидим? Мы увидим Эйфелеву башню. Ага, это Франция. Будем в Франции. В Египте будем. Италии. В пирамиды смотреть. В Нью-Йорке даже. Да, вот Пизанская башня итальянская. Это Статуя Свободы в Нью-Йорке. Ага, кстати, Канада рядом там. У Америки. Да. Ладно, Канада первый бал. Вот так. Ну, Рексио. Чего ты, заяц, смеешься? Польские мультфильмы не по вкусу, а российские лучшие. Не обижай, Рексио, не обижай стремянку макарона, не обижай кротика, в конце концов. А, Рексио, кротик вообще-то в Чехии. Да? Не знал. За то, что обидел Рексио.
Вот-вот-вот, прогоняй его, прогоняй его. И второе, ты меща у меня играть с гитарой еще. Да. Так, ну а кого-то спросим. Посмотри, какая девочка, она наверняка должна знать. Чего-чего? Большой чего, ух. Ничего не понял, что она пела. К логопеду, срочно! Руки прочь от твоей принцессы. Лучше ищите солнце над лесом. Так, есть ли у нас тут... О! Намибия. Намибия. Третий балл. И все. Ну, большой ух, что ты там слышишь? Звук трактора слышу. О, какие еще тут звуки? Комбайна. И комбайн. И даже, а еще? А даже звуки грузовика. Ага, круто. Значит, это все происходит на ферме. Где же эта ферма у нас? В Люксембурге. Третий балл, Люксембург. Так. Ну, кто из вас самый умный? Софья Таюрская. Ух ты! Это же моя любимая группа! Little B. И моя любимая певица! Соня Таюрская. Конечно, я вам помогу с азбукой, не беспокойтесь. Давай, Маша. Луна. Луна. Луна, луна. Ножницы. Так. Коза. Бегала здесь где-то. Эскимо. О. Так что приходите ко мне в гости, эскимо покушаем. А, извините, Маша, нам концерты вообще-то идут. Ну, как хотите. Опять вы тут... Мы снова, и мы этот раз хотим азбуку выучить. Пока вы азбуку выучите, все звери голодные останутся, свиньи не кормлены. Так что отправляйтесь на ферму, работать, бабки, работать. Хотели помочь. Ну, ладно. Пусть Антошка еще раз азбуку выучит. Да легко. Электричество. Да, я же сказала, без электричества ничего не бывает. Значит, электричество. Четвертый балл Эритрея. Фонарик. Какой фонарик? Н буква. Фонарик. Откуда там фонарик появился? Ладно. Козленок. Так, и... Лошадка. Ого, на лошадке покататься. В Люксембурге. Четвертый балл. Так, поехали дальше. Ну, Буратино, ну, отвези меня. Меня самолет ждет. Мне срочно надо попасть в Люксембург. Из-за вас в Люксембург надо, Буратино. Опусти меня, пожалуйста. Ладно, что с тобой сделаешь? Так. Так. Ух ты. Ну что, вам понравилась моя машина, да? Вообще-то твоя машина в ремонте. Да. Степа механик чинит его. Красная машина. Красный цвета в флагах ищите, пожалуйста. Вот, пока вы ищете, я пойду за своей машинкой. Люксембург? Так, пятый балл. Да. Третий балл. Намибия. Все по баллу получают. Все так, куда пошли? По дороге с облаками, по дороге с облаками. Ясно. Ну, сейчас никакого толка. Ну, ладно.
Как-никак, мой дальний родственник тут. Носорог. Так. Кот. Лев. Не хочу льва, не хочу к нему в клетку. Эльф. Фу, пронесло. Я уже испугаться успел. Вот так и есть, когда ты каждый вечер читал дяде Федору книжку про македонского. Вообще-то надо ему сказку на ночь почитать, а не исторических книг. Да, и тогда дети убегать с дому не будут, ясно? Ну ладно, сказку так сказку. Сказку нам расскажет кот в сапогах. Ну слушаем сказку. Мне кажется, Илья, ничего не понимаю. Был бы у меня такой кот, я, может быть, и не женился на тебе. А ты сам-то понимаешь, что он мурлычет? Конечно. Он мурлыкал Эритрея. Да. 6 балл. Так. Почитайте ребенку книжку. Ага, ну давай, прочитаем. Про македонского. Как он кричал, как он сражался. И как он охранял короля. И как он ехал на черным конем. Выпускал катапульты. Считал денежки. Победил на соревнованиях. Защищил себя. Выпустили маяк. О, круто. Даже корабль ездит. Ух ты, как интересно. Вау. А где он вообще жил? Где он находился? Раньше Эритрея находился, но македонский умер сейчас. Да, 7 балл. Эритрея. Умный песик. Подожди меня, да? Пока твой хозяин выучит мультяшную азбуку. Эскимо. О, вкусняшки. Эскимошки. Леопольд. Невозможно с котами жить дружно. Это я как собачка замечаю. Кузя. Нильс. О, кто такой мальчик Нильс? Это такой мальчик, который жил... Намибии. Намибии, 5 балл. Так, ну, ух. Что ты слышишь? Я слышу песню. Я слышу вертолет, который звучит внутри песенка. Ладно, какие мои любимые цвета? Ну, какая у меня шапка? Фиолетовая. А сам я какой? Желтый. Ищите фиолетовые и желтые цвета флага. Намибия 6 балл. Так. О! Эритрея 7 балл. А я еще слышу песенку. Как песенку внутри корабля. Сколько у меня букв? Да. Сколько нас? 4. О, и за нас тоже выкопай своей Белоруссии. Так нет тут никакой Белоруссии. Ты, Антошка, нету Белоруссии? Да, нет тут картошки. Бестолочь ты. Антошка,
А, лучше это, у мальчика. Спросим, он наверняка знает. Это что? Это что? Группа Little Big, я вас обожаю. Мне песня нравится. Особо мне понравилась песня Big Ick. Ну давай тогда, помогай с азбукой. Эскалатор. Слышала, Манижа? Не бегай, не беги по эскалатору. Луна. Компьютерша. О, все лучше посмотреть с компьютера. Канаду. Да, 5-й балл. Нитки. И не забудь сшить себе новое платье. Мы пошли. А вы куда, бабушки? Гости к Маше. В лес? Так еще нету ни ягод, ни грибов. Что в лесу будете делать? Вон, заяц плачет, морковку хочет. Ладно, бабули, поехали спасать зайца. Слышь, Буратино, твой эксперт ждет. Только освободи меня, пожалуйста. И отдай мой ключик. Им дверь открывают. На сцену Евровидение. Ладно, посмотрим, что у нас за... Главный эксперт. Главный эксперт. Так. О, Даша Васильева, гениальная сыщица. Ну, ты наверняка знаешь самое лучшее место, где мне отдохнуть после Евровидения. В Намибию можете отдохнуть. О, Африка. По-английски поют. Странно, да у них английский национальный язык. Ну и хорошо, что по-английски, я хоть пойму. Итак, Манижа. После Евровидения поедет отдыхать в Намибии, в Виндхоек. Успехов тебе на Евровидении, Манижа. И приятного отдыха.